На днях Ольга Бузова сообщила о том, что она намерена выяснить в суде отношения с Андреем Скороходом, который выложил коллаж с певицей и лайкнул оскорбительный комментарий о ней. Близкий друг исполнительницы хита «Мало половин» Тимур Батрутдинов принес ей извинения за своего коллегу из Comedy Club. В конфликт Ольги Бузовой и Андрея Скороходова вмешался Тимур Батрутдинов. Он предположил, что Глебати – это псевдоним Андрея. Случайно поставил лайк и извинился за него перед певицей. Он попросил исполнительницу не торопиться с эмоциями и ответил, что не знал о ситуации, потому что не проводит время в Инстаграме. «Я от себя прошу прощения за этот перегиб. Уверен, что в пост он не вкладывал негатив от себя, а действовал от имени своего персонажа. Я сейчас с ним поговорю, и мне жаль, что я узнал об этом вот так официально, а не по личному звонку», написал Тимур в комментарии к записи Бузовой. На это Бузова ответила Батрутдинову: «Тима, я тебе час назад прислала скрин в WhatsApp. Сразу же, как увидел сообщение, пошел в Инстаграм и увидел этот пост. Оль, я знаю Андрея. Он замечательно к тебе относится. Это же просто недоразумение», ответил Батрутдинов Бузовой.